have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы продолжаем путешествовать по миру Кены, которая, собственно, у нас проводник духов. Мы сюда приехали на лифте. Я что-то несколько дней не играл и загрузился. Такой смотрю по карте. А что я тут делаю? Как я сюда попал? Потом. А, ну да, я тут на лифте приехал. Ну да, классно, я лесу поднял. А что дальше? На секундочку глянул, сколько у нас в этой зоне... как там оно? Да. У нас тут еще 12 тленышей где-то прячется. Во всей этой зоне. Я нашел почту, я нашел проклятый сундук. И там храм цветов. А где все тленыши? То есть, или я как-то разучился их искать? Или что, блин, происходит? Мне не нужны вообще-то, чтобы прокачиваться. Ладно, пойду. Ты просто тут сидишь, да? Ладно. Надо попробовать собраться и не упускать, а то как-то сосредотачиваешься на чем-то одном, и от тебя совершенно уходит что-то другое. Обычно-то так и получается, блин. Видосики отсюда, конечно. Ну, в смысле, виды, если что. Хоп-хоп. Чё за... Ребят, откуда подлагивание? Я понимаю, что это новая зона, что я тут ещё не был, но откуда подлагивание? Оп. Очень печально, что в этой маске ходить нельзя. То есть ты же всё равно видишь окружение, что с тобой станется? Ладно, заставочка. Ау, Русу, мы тебя искали. Мы привели нашу новую подружку, Кену. Блин, я не успел прочитать. Сила горного храма питает все, что находится в лесу. Деревья взрастали крепкими, впитывая его энергию, на земле царило совершенное равновесие. Но все в мире, и даже сам горный храм проходит через естественный круговорот вещей. Но наша деревня не смогла это осознать. Когда сила храма начала угасать, в деревне наступил жестокий голод. Таро потерял родителей, ему пришлось взять на себя заботу о Бене и Сайе. Он достаточно помог Таро. А теперь мне остается только смотреть, как мучается его дух. Все еще можем помочь Таро. В твоем доме есть реликвия, покрытая скверной. Мне нужно найти способ прорваться. Это оружие у тебя в руках. Я чувствую в нем глубокую силу. Этот посох принадлежит моему отцу. Он хранился в нашей семье целое поколение. Верно, он был великим проводником духов. Хоть у меня самой недостаточно силы, чтобы сдержать скверну, я могу научить тебя новым приемам против нее. Для опытного охотника лук — просто продолжение его собственного тела. Мне лук дадут? Дайте лук. Точно так же, как посох для проводника духов. Прикоснись к земле. Почувствуй энергию горы. Впитай ее силу. Еще, блин? Мой посох стал луком? Это вообще как?
Блин, против прошлого босса мне понадобился бы лук, я как раз говорил об этом. Попробуй поразить мишени из лука, когда закончишь, можешь поупражняться на других моих стрельбищах. А как? Нажмите, удержите Ctrl, чтобы прицелиться. Удержите Ctrl, нажмите, отпустите, чтобы... А, Shift. Shift. Вроде нормально. С шифтом вроде работает. Опа, спасибо. Я вот эти штучки поднимаю, мне это дает какой-то там плюсик в карму. Блин. Честно говоря, через шифт стрелять. А, вон мои стрелы в углу, видите? Их 4. 4 выстрела. Они перезаряжают со временем, поэтому... Ну, это типа духовные стрелы, поэтому я не могу стрелять вечно. Ладно, хорошо, в этом есть логика, спасибо. Что, я вернулась? Я подкину другой набор мишеней. Может, не надо? Ладно, давай. Какой у тебя замечательный лук. Ну, это посох, ребят. Это не лук. Ну, хорошо, все, я понял. Fast travel... Может, кстати, пойти почту закинуть? Чё думаете, а? А? Лень, на обратном пути я все равно буду возвращаться. На обратном пути... А, у меня на обратном пути будет... Смотрите, у меня будет шорткат, и я потом мост открою на обратном пути. Окей. Все, потом верну почту. Это не так срочно, не так страшно. К тому же, в любом случае, есть фаст-тревелы. Тут сейчас будет поворот направо, куда мне нужно... То есть, ну, серьезно, игра с луком, где нужно целиться, вы предлагаете в это играть на геймпаде? А, nope, thanks. А, так, тут нужно двигаться стремительно. Иди по тропе и порази все 6 мишеней, прежде чем выйдет время. Ready, go. По какой тропе? По этой? Я не хочу. Не хочу, не-не-не, ребят, все, забейте. А, теперь я смогу стрелять в эти штуки, да? Вот как они сбиваются. Я понял. Так, идите сюда, ребят. Я теперь понял, как я тот домик разблокирую в деревне, который... Там вот такой же кристалл висит. Ну, окей. Я тогда, значит, никак не мог его разблокировать. Это... Да, это та тропка, которая мне не нужна, поэтому, естественно, пойдем сначала сюда. Это же логично. Или тут только это? Черт. А, тут только это. Никуда я выстрелить не могу отсюда. Но там выглядит как мост, который, знаете, я думаю, это он и есть. Ну-ка, по карте. Да, это как раз один из мостов, который мне надо будет опустить. Ладно, это не проблема. Пойдемте. Двигаться по тропе, поразить 6 мишеней, ну, не знаю. Я вроде как не за этим всем сюда шел. А тут что... Для начала пристрелить цветные вертушки. Быстро прицелься и сбей их в воздухе. Какие?
А? Это был... О, мне теперь придется их еще и таким образом искать. Ладно, я тебя понял. Хотя, ну это, конечно, да. Так, ребят, соберите. А, это по круглой тропе, по которой мне надо двигаться. Когда... Все, я понял. Хорошо. Так, а тут что-то хочет меня. Пройдены. Деньги. Че, мне за это ничего никто не даст? Тележка со шляпами. О-о-о-о. В смысле, нет. Шляпа-вертушка найдена. Так, сундучок я открыл. Три. Ну, давайте попробуем. Вроде не на время. Отличный выстрел. Сейчас зарядимся, попробуем еще разочек. Ну, на самом деле, смотри, в чем фишка. На геймпаде стрелять невозможно. На геймпаде у тебя есть автоприцеливание. А в автоприцеливании я смысла вообще никакого не вижу, потому что... Ну нафига тогда тебе точность, если за тебя прицелится комп? Ну, скорее заряжайся, что ли. Мне нужно скорее... А, понял, за три уровня мне дадут это. Все, понял. Все, теперь мне сюда? Или все-таки пройти по тропе? Так, погодите, пройти по тропе? Ну, давайте попробуем, черт с ним. Раз мы уже здесь разобрались, куда идти. Так. Ну, это как-то немножко неочевидно просто. Да чтоб тебя. Так, хорошо. Try taking your shots while moving. Ready? Go. Да ну блин, я долго искал, ну ты серьезно? Так, не, ну это легко проходится, я просто долго втыкал, где последний. Но это вот, вот это то, что оно блестюльками ведет, это не очевидно. Хорошо. Да. Try to take your shots. Оно что, все равно доводится как-то? Есть, нормально, пройдено. Все, договорились? Это можно типа бесконечно проходить. За это продолжают давать и давать бабло, хорошо. Я не против. Сюда он мне сказал сначала перебей все в воздухе, да? Ну вот я перебил все в воздухе, что дальше? Aim quickly and hit them all in the air.
Прицелься в цветные вертушки, сбей воздух. Да блин, чувак, что ты от меня хочешь? Отстань. Так, а вот это что? То есть теперь будет куча вот таких вещей, основанных на стрельбе. В общем, тут у нас тропа испытаний, которую, я думаю, мы прошли. Это все несложно. Немножечко денежки с этого заработали. Пару минут потратили. Не страшно. Пойдемте дальше. Потому что я думаю, это как раз то, что нам и нужно. Что ты хочешь? Впереди тропа охраняет воплощение порчи. Расчисти путь своим луком. Да-да-да, бла-бла-бла. То есть ты мне предлагаешь... Они пока не заспавнятся, я ничего ему не смогу сделать. Вот я сейчас... Ага. Неплохой, кстати, слоумо был. Кто? 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 Все, мы договорились. А, теперь можно... Понял. Это же волна, которая исходит из нашего посоха вокруг, она исходит также из стрелы. Можно теперь так активировать. Удобно, ничего не скажешь. Поставьте лисицу на место. А здесь можно помедитировать, как на пике драконов, да? Нет? Нет? Жаль. Я бы не против. А, знаете, такой секретный босс. О, погоди, тут что-то есть. Или что это? Погодите. А, это мне просто показываешь, куда идти? Хорошо. А, то есть ты можешь просто вот так телепортироваться туда-сюда. Вот, это я заберу. Это я активирую. Телепортация просто направо-налево. Хорошо, что ты теперь хочешь, дружище? Эта исковерканная тропа ведет к моему дому. Там сильная порча, будь осторожнее, Кена. Да, да, хорошо. А, во-первых, вот так. Во-вторых, ну тут же явно что-то есть. Что, блин? Открытое место для медитации. Все-таки на драконий пик. Отдохните здесь и обратитесь взору внутрь себя, чтобы навсегда повысить свой предел здоровья. Классно. Я как раз хотел сказать, ну, как бы говорил о том, что давайте мы помедитируем здесь. И такие, опа, вот вам место для медитации. Неплохо, неплохо. Мне нравится. Здоровье уже повысил. Мне стоит чего-то еще ждать? Или можно просто... Как это работает? Само оно закончится или нет? Или если я подожду еще, оно еще мне здоровье подымет? Нет, похоже, само оно не закончится. Хорошо, все, просыпаемся. А, я могу продолжить медитировать. Ясно, хорошо. Ребят, кто знает, пишите в комментах,
как это все работает, если сильно... Нет, ну я думаю, что это была бы имба, если прям бесконечно сидишь такой, оставляешь эту штуку медитировать и уходишь куда-нибудь там, знаете, в магазин приходишь, у тебя потом полоска жизни уже в два слоя на экране, потому что... Вот эти вот горки, они какие горки. Там, там было... Там было место, куда можно примагнититься, если что. А я не могу в поездке магнититься. Надо запомнить это место. А? Ну вылази, совы кусок. Надо просто двигаться. Просто двигаться. О, привет. Конечно, он будет чарджиться. Конечно же, он будет чарджиться, блин. Опа! Нет, блин, поздно. Пожадничал. Пожадничал. Он два удара делает, я понял. Ясно, понятно. Я уже нажимал, чтобы он меня вылечить. Так, да, теперь... вон то место, где... А так я не могу двигаться. Я понял. Нет! Я могу в прыжке это делать. Погодите. Я загрузился, потому что я хочу туда попасть. Это здесь не зря. И как бы все, я думал, ну, ну это такой приличный секрет, я думал, тут можно будет что-то прям... Там ничего вроде нельзя, нет. Хорошо, пойдем посмотрим. Тут лампочка. Все? Точно? Странно. Ну хорошо, поехали дальше. Только если это ж я сейчас продую, это мне сейчас прям вот скажут... Давайте без катсцены. Я не хочу катсцену. Знаете, в чем прикол? Тому боссу можно вообще, наверное, попробовать не приближаться, а просто расстреливать его. Глянем. Сейчас посмотрим. Но эти ребята, они несложные, в принципе. Вот этот вот... он будет, естественно, чарджиться, да? На него можно было натравить этих своих обертышей, утленышей. Это плохое решение. Опа! Видите, как... Ого, вот... А, ты кидаешься, я понял, извини. Претензия снята. Неплохо. Хилку.
Опа, да, да? Так, хорош! А, у него слабые места есть. Все, лопнет. Я что-то сначала подумал, что это слабые места, потом подумал, что может быть просто такая декорация, нужно было лучше целиться. Ну хорошо. Лопнет. Зато не придется секретку перепроходить. Очень удачно. Все, чувак, я тебе дом освободил, заходи, живи, у тебя все хорошо теперь в жизни будет. Ножик. А, это его нож. Прикольно. Прикольно. Я сделал этот нож для Тара, когда он был еще мальчишкой. Он любил этот лес, я учил его старым приемам, как мог. Меня поглощала забота о тяготах нашей деревни, и мне не было рядом с Тара, когда я был нужнее всего. Так что вот как-то так это получилось. Надеюсь, мы сможем вернуть ему покой. Много других реликвий скрыто под скверной в забытом лесу. Я подожду тебя там. Обнаружена реликвия нож Таро. Круто, понял. Встретись с Русу в забытом лесу. О! Второй уровень, наконец-то. Это мне дали еще одного тленыша. Ты... А, двоих. Можешь пополнять. Что там могу пополнять? Хорошо, погодите, улучшение. У меня есть 510... Вот это, что это такое? Доступно в прыжке. Нажмите, чтобы провести разрушительную атаку ударом сверху вниз. Вот это, кстати, интересно. А, у меня лук появился. Погодите. Нажмите F при натягивании лука, чтобы... Вот это я хочу. А это что? Большой колчан. А это мне тоже надо. Это сколько стоит? Да. И да. И еще мне нужно вот это потом будет. Оно 150 стоит не так уж и много. Хорошо. Это прочность щита повышена. Да к черту щит. После парирования... Парирование тоже такое себе, не знаю. Ну, как бы, да, но... Ой, вот это еще нужно бы. Нажмите R при натягивании, чтобы создать стрелу с тленом. Лук Кена выпустит могучую стрелу, пронзающую врагов нас. И вот это тоже нужно. А ты кто? Начните схватку с... Ну, как бы я этим не особо пользуюсь. Хотя, наверное, зря, да? Уровень тлена, между прочим, 2 из 20. Ого. Так, духи. Таро. А, я понял, воспоминания. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, пока мне все нравится. И зачем мне это? Ну это все деньги, деньги, да? Деньги, конечно. Дайте мне еще тлен. А, вот новый тленыш, хорошо. Иди сюда, чувак. Так прикольно. Следующий уровень, кстати, на 35. Деньги, 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 деньги. Все остальное. Дребеди день.
Нет, не fast travel, что это? Сова какая-то. Погодите, мне... О, вот тут fast travel. Мне там надо какую-то сову принести, да? Кстати, fast travel мы, может, и воспользуемся, потому что идти далеко. Да шевелись ты, блин, вот такое ощущение тугое после этого. Он прям не хочет возвращаться, прям так... А, это то место, куда я вот все понял. Я тебя видел. И это я тоже заметил. Ешьте, ешьте, ребят. Не знаю, что вам это дает, но ешьте. Так. Давайте сейчас немножечко пошаримся, посмотрим, что тут по секретикам. И потом уже, наверное, будем двигать дальше, потому что... Ко мне пойдешь. На вечную службу в рабство. Спасибо. Вот где они все мелкие эти... А, еще и шляпа цветочек. Неплохо, неплохо. Что мы тут можем... Можем вот так сделать. Потом вот так. О, они уже в такого дракона превращаются. Б. Что за местечко? Бесят такие моменты. Ну хорошо, ну вот вы уже сделали, типа, что сюда без этого не попадешь. Ну зачем второе? Иди сюда. Да, и вот управлять вот этой штукой максимально просто неудобно. Оно вроде как... Туда двигайся. Надеюсь, никогда мне не придется делать это на время. Деньги. Сюда можно, кстати, оттуда приехать. Ха. А тут можно забраться. Забраться-то мы сейчас заберемся. Ну и активировать. А я допрыгну? Да. Почему бы и нет? Супер. Какие-то я то ли не знаю, то ли тайные, то ли не тайные тропки нашел, но что-то нашел. Опа! Ага. Нет! Я понял, почему сюда можно было приехать. Откройся, тварь! Это двойной прыжок был. Зацепись. Зацепись. Отцепись. Можно же еще и туда, кстати, и сюда можно пойти. Сейчас мы туда поедем, погодите, тут не все так просто. Это дорога? Это не похоже на дорогу. Поэтому я бы сначала сходил там, где это не похоже на дорогу. Тут какое-то местечко, кстати. А, не зря. Ну-ка, ну это тоже деньги, да? Ничего особенного. Просто я не вижу особого смысла в этой прям шляпах, в кастомизации. Может быть, оно и весело. Ладно, надо будет посмотреть, попробовать. И вроде как сюда что-то можно или нет? А, сюда можно только вот это. Хорошо, поехали попробуем с двойным прыжком опять.
Ехай сюда. Такое неплохое брождение у нас сегодня. Секретики всякие находим. Одного босса избили. Норм. Нашли. Так, оба. А ты кто? Перо? А, новая шляпа. Тьфу ты. Не та кнопка, они находятся рядом. Но это не та кнопка. Тут все? То есть я из-за этого сюда шел? Ну хорошо. Хорошо, годится. И не убьюсь? Нет. Хорошо. Все. Ясно, понятно. Валим отсюда. Неплохая такая нычечка, секреточка. Блин, я постоянно тап тыкаю. Хорошо, храм цветов. Найдены все шляпы. Нужно еще две где-то здесь найти. Вообще без понятия, что да как. Я бы сюда сейчас, наверное, на лесную тропу телепортировался бы. Все-таки проверить, что там с почтой. У меня ведь есть одна почтовая посылочка. Отсюда бы я никак... Да, наверное. Или да, кто знает. Так, дружище. Где там у тебя тут был этот скоростной? Вон там. Я думаю, что я тут все сделал. Возможно, опять же, нет, но кто... О, погодите, а вот это что? А, понял. Shift F. А зачем? Ну, то есть, да, я понимаю, но зачем оно надо? Это где-то дальше мне тут понадобится? Блин. Ну, давайте, давайте пеша сходим. Может, тут что-то интересное по пути найдется. Телепортнуться, конечно, да, но... Фрукты. А тут что? Тут сундучок? Да. Деньги, деньги. Местный аналог валюты. Сейчас те фрукты схаваем. Там же у нас сова где-то неподнятая была, да? Вы же не хотите мне сказать, что они укатились? Они укатились. Ну, мы их тут тоже подберем. Где-то тут должен быть еще... Так, вот эти вот еще надо собрать. Только так, да? Вот тут не срабатывает почему-то стрела, хотя... Сожрите. Так, супер. Кустик это последний у нас был, да? Храм цвета... А это все одна и та же территория. Нет, да погодите. Дерево Таро. Храм цветов. Один шляпа, 4, тлен 7. Тут тленышей у нас еще довольно много. Я не буду проходить прям идеально, чтобы все найти и все, и всех увидеть и всякое такое, поэтому... Как пойдет, так пойдет. Ага.
Ага. А что за место? Просто? А там что? Там что-то светится, погодите. Я же могу плавать, да? Могу, а чё бы нет? Давайте сходим, посмотрим, что вон там такое. Ну, интересно же. Я тогда вроде подошел к воде и не стал сильно заморачиваться, а сейчас так и думаю, почему бы и нет. А, тут еще один тленыш у нас. Хорошо. Каждый раз, когда это анимас происходит, мне кажется, сейчас камень на него так сверху фигак, и типа все, и приехали. Нашел тленыша. Опс, минус тленыш. Ладно. Да, я думаю, я сейчас к этому к костру подойду. Если это можно так. Да ну блин. Я не знаю, что прикол. То ли я где-то кнопку спринта не нашел, то ли. Опять же, с кнопками огромная беда прямо с самого начала. Поэтому не буду пока что сильно жаловаться на то, что здесь что-то медленно или что-то здесь не работает, потому что, возможно, я просто не нашел то, что здесь есть. Вот это я не заметил. Ну, не заметил, я тогда это не мог собрать. Все, ешьте. Сейчас партнемся в деревню. Да, это экспа, кстати. Вот фрукты, это экспа. Хорошо, хорошо. Я только сейчас это заметил. Давайте сюда. Почта, почта. Где оно было? А, вот почтовый ящик. Доставка духов. Давайте. Может, тогда проще сюда? В эту сторону вроде как. Просто на карте показывают, куда доставить, но у тебя нет никакой меточки. Тебе просто говорят, вот тут почта, иди доставь. И вот здесь у нас где? Вот тут было место, да? Ага, вот оно. И мы можем получить каплю. Но вроде как она нам теперь тут нафиг не нужна, или я ошибаюсь? Вот тут можно кучу всего пособирать. Погодите. Сейчас мы все-таки пойдем доставим почту. А то сильно распыляться, ну, знаете. Так. Вот это оно, да? Да. Теперь мне нужно будет... Да, вот зачем оно мне надо. Теперь мне нужно отсюда. Блин, это далеко тащить. Ну, ладно, затащим. Да, выйдешь ты отсюда. Видите, он еще свои свойства по пути теряет. Как же это криво! И все, хватило на один удар. Весь дом мы сразу... А, ну хотя бы так! Хотя бы весь дом сразу освобождаем.
сценарий готов. Ладно, согласен. Тогда я верю, что в эту штуку не надо было туда тащить. Хорошо. Так, тут можно полутаться, поживиться. Что-то R, что-то Q. Блин, вы, ребят... Если тут не будет тленыша, блин, а его тут может и не быть, тут только деньги. Деньги мне, в принципе, как бы... О, тленыш, наконец-то. И бревном сверху. Класс. Шапки божьей коровки? Неплохо. Кстати, вот это симпатично выглядит. Тут у нас вода ядовитая. Не пойду туда. И оно у нас захвачено, да, захламлено этой фигней. Ясно, это нужно. Часто, да, еще в деревне соберем то, что мы там видели. Это раз тут уж недалеко. Надо теперь смотреть, куда мы можем выстрелить. Вот в чем прикол. У нас теперь range battle появился. И кроме того, что это range battle, так еще и мы можем дотянуться до тех мест, куда раньше не дотягивались. Например, сюда. Так. Ну-ка, люди. Лут на бочку. В смысле, из бочки. Какие-то задворки. Непонятно чего. Хавайте. О, это проклятый сундук? Ну, они тут, типа, вообще должны быть простенькие, потому что это, по идее, первый проклятый сундук. Я просто его пропустил. А, еще три врага. Оп, оп, оп. Дружище, ты просто застрял в текстурах, тебе не повезло. Все. Отдавайте сундук. Блин, просто деньги, серьезно. Камон. Открывай, открывай. Тут у нас еще закрытая лока. Оп. Вон там, видите? Вон туда надо как-то попасть. Это вроде не почтой духов делается, ну-ка. Да ну почему ж... Ну блин, как меня бесит такие вещи. Я догадался сюда запрыгнуть, дайте мне туда запрыгнуть, разрабы, блин, что за невидимые стены? Бесят такие моменты. Ну то есть... А, это еще одна почта духов. Ну блин, ясно, хорошо, понял. А тут у нас нигде капли нету расчистить вот это говно. Тут тоже, наверное, еще одна почта духов будет. Сюда пока что... А, тут еще одна почта духов. Короче, хорошо. У нас тут есть что подоставлять, главное почту найти. Потому что если прозеваю, будет обидно. У нас как минимум два почтовых ящика. Вот эту фигню надо как-то растормошить. Я думаю, что можно будет даже оттуда притащить каплю, хоть это и долго. Но оно того стоит. Давайте, может, прямо сейчас это сделаем. Ну-ка. Отпустите. Мы спрыгнуть с этим не можем, видите ли. Я не вижу, понимаете? Это все управление, оно... А, столько отвратительно сделано.
Развернись, спасибо. Оно же где-то там было, да? Надеюсь, я хоть правильно иду. Хорошо, вселили. Еще куча денег. Лучше бы это все была экспа, честно. Ладно, у нас тут есть быстрая перемещалка. В следующий раз уже пойдем тогда, наверное, по заданию. Я так понимаю. Тут у нас уже вроде больше... А, вот тут есть чебачоночек. С едой. Вот, это экспа, да? Ладно. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.